Дальше вы посмотрите небольшой видеоотчет о том, как вообще наша конференция прошла, что думают наши посетители. Я надеюсь, что такой опыт будет и в дальнейшем поддерживаться и развиваться, потому что такая неформальная обстановка, она способствует более интересным решениям, более интересным концепциям разработки. Мы видим, что здесь присутствуют те люди, которые по-настоящему двигают технологию, думают над теми вопросами, которые возникнут перед абсолютным большинством человечества, ну, через 5, через 10 лет. Благодаря этой конференции, которую AirLab устроили, благодаря этому я узнал, где собираются все люди, которым я могу рассказать свой наисложнейший проект сети научных театров фантастики. Очень много общались, коммуницировали. Вот, и то, что мероприятие проходило в столь непринужденной, неформальной обстановке, это позволило дополнительно нам как-то раскрыться друг перед другом и понять, куда двигаться дальше. Стали свидетелями того, как зарождается новая экономика, экономика роботов, как рождается теоретический аппарат, как рождается программное обеспечение, как рождается рынок. Большой перечень идей и различных новшеств, которые на самом деле захватывают просто дух, и ты понимаешь, что спать невозможно.
Мне кажется, что сейчас я нахожусь именно в том самом месте, где творится и создается это будущее. Это скорее встреча каких-то хороших знакомых, которые делятся какими-то интересностями, чем панельные дискуссии типа уважаемых очень спикеров и как перед не очень уважаемой публикой, да. Тема очень актуальна, и тема на самом деле с огромным потенциалом внутренним. Сообщество, которое пытается уже найти применение, да, вот этой идеи робототехники, да, которая в состоянии принимать там свои экономические решения. Все очень круто. Атмосфера потрясающая. Я надеюсь, что будет Робономика 2018, и те, кто с нами не был, приедут. Всем привет!